смысл готовить, есть или нет. Вот уже 4 сезона я откормил. Прошлый год, вот, ну, прошлый год было мало, он кончился еще в ноябре. За прошлый год где-то в феврале вот хватило. Не раз я вот видео говорил, что он как-то влияет на состояние шерсти. Не знаю, в принципе, вот она легче лезет. То есть сегодня вот 3 марта. Год назад я снимал обзор на коровник после зимней. Там я так вскользь отмечал тот факт, что линяют не очень на данный момент. Они тогда у меня были еще грязные со старого коровника и вычесывались весьма паршиво. Шерсть не отходила вместе с засохшими говешками. Ну сейчас, в принципе, вот здесь давненько их не чесал уже, вот, ну, пуха хватает. Без проблем вычесываются. Здесь вот маленько заморалась, она с осени насушила, было вот так где-то, но вот вычесывается уже, то есть отходит хорошо. А тут наваливает гору, и когда встает, в нее задевает постоянно одним местом, вот она пачкается так. Вот так-то здесь она чистая дальше. Ой, свет, свет и тень это, блин, колбасит. Вот, ну в общем, вычесывается, где пачкаются. Ну, все-таки, не знаю каким это образом, но все-таки как-то оно влияет, в общем. Шерсть отходит лучше. Сейчас вот еще покажу. Ну, та вот черная корова, она... Прошлый год я ее до июня не мог вычесать. Жри давай, ты красная. Вот, то есть, ну, сейчас она заметно можно чесать, она вычесывается хорошо. То есть, прошлый год она очень тяжело линяла, я говорю, реально до июня где-то. И только вот по спине, вот это, только шерсть начала сходить, и, в общем, полностью очень долго она вылинивала. Не знаю, связано это с чем-либо, либо, опять же, вот сенаж. Но вот сейчас мне нравится больше это, этот момент. Но эти маленькие еще, ну, тоже линяют уже потихоньку. Тоже вот с них... Вообще в это время они как бы вроде прошлогодние бычки линяли. Так-то они нормально. Вот очищается хорошо тут. Тоже здесь чисто. Ну, здесь у нее шерсть была лохматая, еще много налипло, плохо отдирается. Так-то тоже шерсть уже это как детская прошла у нее, тоже короткошерстная стала. Вылинивают хорошо они. Ну, этих дебилов давайте посмотрим. Встали по местам. Ну, тоже вот на спине тоже хорошо вот лезет. Но еще вот этот пушок почему-то у них, как будто это детская лохматость какая-то у них вот еще присутствует почему-то. Этот лохматый как мамонт, не знаю, может порода такая по шерсти у них. Вот, но в целом прошлый год у меня сенажа не было до весны. Сейчас он есть, и не знаю, не думаю, что это так может какое-то самоубеждение, но разница в принципе есть. Так что вот пока вот в запуске корова уже еще вот там вот одна крайняя будет доиться еще долго, эти уже в запуске. Ну, на запуск в таком количестве сенаж никак не влияет. То есть, ну, сколько здесь рулончик, по сути, вот на пятерых, ну, тут 6-я порция вряд ли стелят, может, еще будет. О, разъелась, разъелась, зажевывает. Расчухали. Так что в таком количестве никак это ни на что не влияет. Так что сколько их, 22 рулона, вот, если все не пропали хорошо, почти до конца месяца. И там еще у меня тавы. 15 рулонов, но там уже она больше как сено. Как сено идет.
Но было где и помокрее. Так что, вот, наверное, я не буду ничего оставлять на весну. Потому что если где-то есть повреждения, то они начнут портиться. А зачем это надо? Там у меня хорошее сено припасено. Будем его кормить. В прошлом году у меня так получилось, что на весну осталось, ну, не очень питательное сено. И, как бы сказать, ну, так после отельный период был тяжеловат. Болели некоторые, как-то вот такая вот ошибка получилась, что хорошее сено скормилось, получается, ну, осенью, в конце осени. И на весну у меня получилось очень, ну, оно, как сказать, неплохое из болотистого луга, его никто ни хрена не ест. Кладешь половину, выкидываешь. Я даже нынче, несмотря на дефицит сена, я там даже косить не стал. Ну, там косить особо нечего, так несколько рулонов с 2 гектара. Но пустая трата времени, его никто не ест. Так что такой у нас расклад. Там посмотрю, может, что еще расскажу.